Приветище! Мы в симуляторе вора. И сегодня у нас с тобой колоссальная миссия. Нужно угнать Болтрон Фэмили МКВ. Короче, если ты не понимаешь, что это, надо угнать крутую точилу в 201 доме. Она стоит в гараже. Мы как раз находимся напротив 201 дома. На моем крутом фургончике. Сейчас мы аккуратненько здесь припаркуемся. Попробуем по нашему старому стилю сюда забраться. Закрываем дверки. Ну-ка. О, да, на фургончик вообще легко забираться. Перепрыгиваем, мы знаем, что здесь куча камер. Ну-ну-ну, чё ты застрял? Обходим камеры, вот так вот. И тихонечко прокрадываемся в гараж. В гараже стоит точила, которую нам нужно свистнуть с тобой. Я думаю, что мы воспользуемся стеклорезом. И зайдем через детскую. Вот так вот, я слышу, что дома кто-то есть. Давай, стеклорез, режь. Ништяк, открываем. Забираемся. И тихонечко, опа, в детской браслет лежит. Заберем, пусть будет. И тихонечко прокрадываемся в гараж с тобой. Надеюсь, здесь никого нету. Вот мы и в гараже, а здесь нас ждет пикап. Закрываем тихонечко двери. Нам нужно подлезть под машину с тобой. И отключить сигнализацию. Я думаю, что это здесь источник питания сигнализации. Залазим под капот. И теперь нам нужно отключать сигналку. Есть попадание? Есть. Есть! Сигналку отключили. Это было очень легко. Нужно открыть гараж. По-быстренькому, по-быстренькому. Давай, 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 пока никто не палит. Открываем гараж. Вас услышал арендатор. Вот черт. А ворота? Кнопка от ворот где? Кнопка от ворот где? Ворота как открыть? Чтоб меня... Ладно, раз не можем открыть эти ворота, попробуем... Открыть машину. Взламываем ей замок. Двери открыты. Залазим в тачку. Ну, садись. Садись, говорю. Есть сели. Осталось только ее завести. Так, давай попробуем по стандарту. Отлично, тачку завели. Теперь нужно выехать. Выехать, выехать, выехать. Блин, может тут есть где-то? Подожди, вон там вижу. Вижу вон там вот что-то. Что это такое? Это выключатель света, да? Выключатель света. Я понял. Ладно, чё, поехали. Посмотрим, может двери автоматически откроются просто. А, шиш бы там был. Нифига они автоматически не откроются. Ладно, заезжаем обратно в гараж, чтобы не спалиться. Типа нас не слышно было, да, что машина выехала из гаража. Будем искать, значит, кнопочку, которая открывает ворота. Чёрт подери. Где эта кнопочка? Пошли, короче, по квартирке прогуляемся. Может быть она возле... Что это такое там? А, это сигналка противопожарная. Может быть, она где-нибудь на входной двери кнопочка висит. Как ты думаешь? Мне бы еще главное, чтобы дома никого не было, а то меня сейчас застукает, это будет капец. Но вроде я шумлю, и никто не обращает на это внимания, и это здорово. Это включить свет, да? Кнопочка не работает вообще. Черт. Как мне выехать? Где кнопки? Так, так, так. Кажется, я нашел. Они на кухне были эти... Кнопки открыл. Хозяин пришел, быстрее бежим, 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 бежим. Меня услышали? О, черт. Вот это плохо, вот это очень плохо. Садимся, давай, садись. Ну, рухлить. Давай, пенсия. Заводи тачку шустрее, пока нас не запалили. Черт, попасть еще надо. Куда, куда, куда? Блин, вот так вот, все. Помчали, поехали. Уй, делайте что-то незаконное, нас спалили. О-о-о, копы нам не в ту сторону, точно. Нам надо ехать сюда. Черт, погоня! Ахаха! Вроде бы... Ух, пронесло. Так, сейчас по внедорожной полосе поедем. Опа, главное не влететь куда-нибудь в какое-нибудь дерево. Какой же неповоротный пикап, это жесть. А так вот... Все! Конечно, миссию я это провалил по скрытности. Воровской рейтинг F, это типа двойка. Да, плохо все, плохо. Но зато я стащил скрипку. Так, Винни. Чтобы обойти систему безопасности, тебе нужно мыслить нестандартно и уметь лазить по трубам. Оу, походу мне сейчас нужно будет вкачать новый скилл. И у меня как раз есть для этого несколько очков навыков, целых 4 штуки. Итак, вкачиваем эту штуку, забирайтесь по водосточным трубам, изучить. Изучил. Самые навороченные машины оборудованы электронными замками. Тебе придется выучить новый трюк. Значит, нам нужно будет выучить еще угон уровень 3. Угоняйте машины с электронными замками. Отлично.
То, что надо, изучаем. Купите имитатор сигнала ключей машин. Значит, идем на Black Bay. И, кстати, надо скрипочку продать, которую мы с тобой свистнули. Black Bay. Антиквариат, антиквариат, антиквариат. Где он у нас? Вот он. Вот он, антиквариат. Скрипочка. 4000 стоит. Отлично, продаем. Теперь заходим в Макзик и покупаем имитатор ключей машины. Блин, у меня денег столько нет. У меня всего 18 косарей. Итак, я сделал парочку вылазок и заработал прилично деньжат. Так что можем купить имитацию ключей машин. Берем. И идем на миссию. Что Винни нам хочется? Мы хотим донести до мистера Торреса одну мысль. Доставь мне его машину. У него всегда при себе ключи. Так что тебе нужно будет имитировать их сигнал. 205-й дом. Вот он. Там стоит машина. Предлагаю с тобой взобраться через мусорный бак. Сейчас мы припаркуемся красивенько как-нибудь. Вот так вот. Залазим на машину. Угу. На мусорный бак. Видим охранника с тобой. Залазим на заборчик. И по забору вот так вот. Тре-та-та. О, камеру надо пометить. Обязательно пометим камеру. Трепепепепепепе. Все, мы забрались на территорию. Нужно прокрасться теперь в дом. Взламываем окно. Надеюсь, сигналки на окнах нету. Отлично. Собираемся. Все, мы проникли. Бродит. А, тут еще и камеры. Блин, смотри, в квартире прям камеры стоят. Опасное дело. Вот так вот, аккуратненько. Здесь нет камер? Надеюсь, что здесь нет камер. Мне просто надо в гараж попасть. Что это такое? А, это телефон. Заходим в гараж. Ого, какая точила. Ты глянь только на нее. Вот это да. Вот это круть. Имитация ключей. Давай испробуем ее. Достаем наш ключик. Вот он. И что делаем? Ага, понятно. Я же к хозяеву-то еще не подкрался. Пока он спит, нужно до него добраться. Тихонечко так. Но главное не напороться на камеры. Камеры, камеры, камеры. Надо по ним... Обходим вот эту камеру. Тихонечко. Все. Видишь, сигнал загорелся. Имитируем. Как сымитировать-то? Мы здесь не пройдем туда. Тогда давай попробуем вот сюда зайти. Так. Имитирует? Через стены туалета не достает до ключа. Не получится сымитировать. Нужно пробраться тогда по-другому. Обходим камеру. И сейчас сберемся в спальню мистера вот этого, как его там зовут? Торреса. А, блин, у него, ты глянь, камеры стоят, я понял. Черт подери, все окна закрыли. Не вовремя я вылез. Ну хорошо, если мы просто подойдем вот сюда, у нас получится сымитировать ключ? Нет, слишком далеко мы стоим. Блинский блин. Если вот так вот, прям в упор к нему подойти вот так вот. Есть, ключ сымитирован, но правда меня запалили. И сейчас я, походу, отхвачу люлей от охранников. Ну да, вон охрана бежит. Тихо, меня здесь нету. Тихо. Тихо, тихо. Ребятки, тишина. Спокуха. Меня здесь нету. И полицаи едут. Вот если сейчас полицаи сюда забегут, это будет хана мне, точно. Черт. Офицер прибыл. Здесь есть лазейка? Лазейка, лазейка, лазейка. Мне как-нибудь... ладно, окна закроем хотя бы. Вон там коп бежит. Я чувствую, что он бежит. Или нет? Ладно, сидим. Сидим в кустах. Надеемся на лучшее. Ты прикинь, меня не запалили. В кустиках и не запалили. Очешуенно. Теперь нужно каким-то макаром пробраться в гараж. Только каким? Мы досидели до 8 утра. Сейчас окно откроется. И мы взберемся в дом. Охранник. Я вижу охранника. Тише, без паники. Без паники! Опа! Фух, это было... Твою ж налево, чё ты сюда бежишь? Тише, 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 тише. Меня здесь нету. Уходи. Вот это меня пронесло, слышь? Ты видел, как у него восклицательный знак накалился до красноты? Оп. Ту-ту-ту-ту-ту. Фастфуд. Бежим сюда. Бежим, 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 бежим. Ништяк. Как открытие? Все, мы открыли тачку, прикинь, сработала, имитация ключа сработала. Ага, я понял. Нам теперь нужно отключить сигналку в плане камер и открыть как-то ворота. Ворота, ворота, ворота.
Камеры отключаются у нас... Где я видел камеры? Камеры. Где же вы отключаете? Где-то тут видел. Камера отключается. Вот. Камеры отключаем быстренько. Желтенький у нас вот этот. Красненький. И последний желтенький. Все, камеры отключили. Шикос. Это что у нас? Окна. Окна нас не интересуют. Осталось только найти кнопку отворот. Блин, а где эта кнопка может быть? Вот это вопрос еще тот. Пим-пим-пим, что у нас здесь такое? Ух ты, смотри, скрипочка. Скрипочка. Нет, это я ничего таскать не буду. Камеры здесь есть? Есть камеры? Нет камер. Так, камера у нас только... А, камеры же я отключил, ё-моё. Я могу спокойно ходить по дому. Где... О-о-о-о-о-о, синтезатор. Это что такое? Колонка? Давай колонку возьмем. Синтезатор слишком большой, тяжелый, не хочу его брать. Хозяин вон на втором этаже бродит. А мы сейчас по первому пробежимся, найдем кнопочку открывания ворот. Что это такое? У тебя будильничек здесь, это его комната. Он здесь дрыхнет. У меня есть предположение, что кнопочка также находится где-то на кухне. Ну не может же быть она на втором этаже. На кой черт ее на втором этаже делать? Может быть она в зале, в спальне, где-нибудь здесь. Кнопочку видно? Нет, не видно. Блин, эти кнопки, как же они бесят меня, а? Затолкает. Включили? Да вы что прикалываетесь? Камеру включили. Так. Куда? Вот сюда. Давай, быстрее залази. Успел. Ух. Скрипка. Вот она кнопка, оказывается, на первом этаже. Открываем. Нас услышали. Идем быстренько в гараж. Надо сейчас быстро свалить. Открываем дверь. Охранник здесь стоит. Это очень плохо, очень плохо. Он не даст нам завести машину. А прежде чем завести машину, нам нужно открыть вот эти ворота. Черт. Давай, уходи отсюда, ну свали. Отлично, он уходит. Твою ж налево, быстрее, садись, заводи тачку. Блин, ну ты чё? Поехали нафиг. Выезжаем отсюда по-быстрому. Камеры спалили нас. Фух. Это было жестко. Вот эта тачка, ты только глянь на нее, не разбить бы. От первого лица, ну-ка. О, круто. Все, ништяк. Мы уехали с тобой, ты прикинь, мы ее свистнули. В таком-то доме с охраной. Скрытность, конечно, как всегда, подкачала. А вот воровской рейтинг, по крайней мере, не F. На троечку, так сказать, натянул. Так. Оу, нифига себе. Это что получается? У меня все тачки здесь, в зоне доступности, я могу на них кататься, что ли? Офигеть. Подожди, я не понял. Я сейчас тачку загнал себе в бокс. И что я с ней могу сделать? Колесо? Я могу ее разобрать, ё-моё. Ну, давай разберем. Откручиваем болты. Снимаем колесо. Опа, колесика нет. Тормозная колодка, сейчас мы ее тоже снимем. Ну вот, одно колесо сняли. Снимаем второе. Второе колесо тоже сняли. Открываем капот. И начнем разбор двигателя. Ух, как здесь жарко. Ну, собственно, все. Машина... С машины снято все, что было возможно. Ух. И что мне теперь с этим делать? Ладно, капот закроем, чтобы уж безобразный вид не видеть. Мне кажется, ли здесь один фонарь светит в этой машине? Ладно, пойдем, короче, на Black Bay. Попробуем продать все, что у нас есть от машины. Тик, Black Bay. Запчасти машины. Заходим сюда. И что мы можем продать? Топливный бак можем продать. Блок зажигания можем продать. Задняя ось продать. Тормозной диск продать. Блин, короче, можно, в принципе, было не всю машину разбирать, а просто часть какую-то снять и продать. Теперь я буду знать, что не обязательно разбирать всю машину. Ладно, давай вот эту тачку мы уберем отсюда. Поставим вместо нее вот эту вот красавицу. Вот так. Все. А пикап у нас вот тут вот постоит вот так вот. Обгрызанный, обглыданный, без колес, на кирпичах. А здесь у меня постоит вот эта красотка. Мы сейчас с тобой направляемся в 202 дом, чтобы украсть там копию картины. Не знаю, правда, какой.
но просто есть такое задание. В этом доме мы уже с тобой были, и здесь мы мочканули гномов. И я думаю, что не составит проблем снова залезть в этот дом. Ой, что-то там отломил у тачки. Залазить мы будем по стариночке, через задний дворик. Благо у нас теперь пикап, и нам это не составит никакой сложности. Вот так вот паркуемся. Вылазим. Взбираемся. Опа, и мы здесь. Так, осталось теперь проникнуть в дом. Быстренько, вот так вот, хоп. Там охранник у нас, в доме тоже охранник. Оказывается, картина-то была не в доме, ты прикинь. А вот здесь вот у гномов. Ладно, снова к гномам вернемся. Ну же, давай. Вот куда ее спрятали. Ладно, забираем картину. И валим отсюда. Тихонечко обходим камеру, пока нас не видит. Охранник, тихо. Тихо. Вот тут в кустах посидим. Надеюсь, меня не запалят. Осталось только добраться до машины. Я ее так далеко поставил, это капец. Может, мы картину здесь бросим? Давай картину здесь, прямо на пешеходном переходе. Так, тихо, там вон чувак идет. Как он меня не запалил вообще с картиной? Удивительно. Все, сейчас я еще, надеюсь, никто не свистнет картину. Я сейчас быстренько за машиной сбегаю. Я еду, картина моя, я еду. Оу, как меня занесло. Так, отличненько. Наконец-то воспользуюсь своим багажником огромным, большущим. Берем картину. Закидываем. Ну кидайся же ты. Фу, сколько места еще. Сюда можно целый вагон картин загрузить. Ну все, едем отсюда. Это было очень просто, относительно, конечно. Опа, нас заметили. Ну ё-моё. Валим в кусты. Отправить реликвию через BlackPay. Заходим, надеюсь, там приличный денежек нам отвалит. Реликвия. К чему она относится? К искусству? Картина же это искусство. 700 баксов всего-то? Я из-за нее так рисковал? Фу ты, ну ты. Все, продать. Че Винни скажет? В этом доме лучшие электронные замки в округе. Убедись, что готов, потому что это важное дело. Достигните третьего уровня навыка электроники. Электроника уровень 3. Изучить. Как раз у меня все было. Еще нужно купить ноутбук для взлома. Блин, он же там какой-то дорогущий, я даже не знаю. 56 косарей. У меня не хватает чуть-чуть. Черт подери. У меня же есть машина, я могу тачки разобрать. Подожди, давай посмотрим, что нам нужно с этой машины. Так, значит, нам нужно колеса снять с нее. И мы получим 6 косарей. И нам этого будет достаточно. Пойдем сейчас по-быстрому колеса снимем. Все, колеса сняли. Ништячок. Продать. А, блин, это не те колеса. Вот, блин. Ну ладно, продаем, короче, их. Но нам 4 хватило, и мы покупаем ноутбук хакера. Капец, у меня уже вся сумка забита этими хакерскими вещичками. Тик. Расскажу тебе секрет. Это дельце, оно последнее. Справишься, и ты свободный человек. Взломай сигнализацию, забери картины и подмени ее подделкой. Не возвращайся без оригинала. Воу-воу-воу, это что, финалочка, что ли? Да ладно вам! Открывайте двери и окна с электронными замками, когда контрольная панель в зоне действия устройства. Я понял. Все, поехали. 208 дом. По-моему, это самый кошерный дом. До финальной миссии решил проехаться на своей старушенции, на которой все начиналось. Так, заворачиваем. И здесь сейчас будет 208 дом. Вот он. Вот она, это Лухари. Лухари вилла. Сейчас залезем в нее. Охрана. Куча охраны. А что если мы вот так вот заберемся? Обойдем охрану. Вот так вот. И вот так вот. И вот я уже здесь. Ха, как быстро. Навыки не пропьешь. Вон там вот тоже вижу охрану. Угу. Залезем здесь. Опачки! Сигналка в квартире! Это очень плохо. Это плохо. Как мне отсюда выбраться? Надеюсь, копы меня не запалят. Надо где-нибудь спрятаться. Здесь же охранник есть. Что, могу я здесь? Это что, картина? Коттедж? Копия картины? Опс. Меня поймали. Зато я нашел копию картины, где спрятана. Залазим на заборчик. И побежали вдоль забора. Вот так вот. Прям по крышам полазим сейчас с тобой.
На свое удовольствие. Нет, туда не могу. Я понял. Ладно, тогда бежим вот так. Тихо, да... Ай, свалился. Трим-пим-пим. А я гуляю, я кошечка. Я котяо. Я гуляю по забору. Вот мы пробрались сюда. Осталось только достать картину. Смогу я достать ее отсюда? Нет, не смогу. Как мне? Вот так вот спрыгиваем тогда сюда. Ну, отлично, здесь есть проход. Берем картину. Садимся. Sit down, please. Вижу охрану. Угу. Обходим аккуратненько здесь все это дело. Охрана, привет. Где вы там? А, он уже ушел. Ну, ушел, здорово. Ту-ту-ту-ту. Осталось только пробраться внутрь. Как это сделать, я фиг его знает. Оп-по-по, про-по-по. Отметили охранника, отлично. Вот здесь есть входная дверь. На заднем крыльце. Сейчас-то мы сюда и попробуем пробраться. Кидаем картину. И взломаем. О, да здесь обычная отмычка. Есть. Зашли, кажется, нас запалили. Вроде нет, не запалили. Че, заходим? Оп, подождем немножечко. Нам надо на второй этаж подняться. Ага, есть возможность проползти. На второй этаж подняться мы можем только через левое крыло. Вот тут вот аккуратненько проходим. Вот так вот. Отлично. Фух. Фух-фух-фух-фух-фух. Да как ты? Ты что? Нельзя так в людей стрелять. Угу. Охранник у нас зашел туда. Нам сейчас надо аккуратненько пробраться сквозь него. Вот так вот помечаем. Крадемся. Давай. Есть. Забрались сюда. Ништяк. Теперь ждем, пока он выйдет. Нас там не палят. Че, он вышел? Он вышел. Отлично. Давай, взбирайся. Быстрее. Есть, мы на втором этаже. Ништяк. Шикарно. Есть. По-тихому пробираемся. Вот так вот, тихонечко. Все, он пошел к двери. И мы как раз вместе с ним двигаемся. Давай. Шустрее. Есть. Пробрались. Теперь осталось найти эти картины. Где у нас картины висят? Дома, я так понял, еще никого нету. И это нам на руку. Так. Картины висят, видимо, здесь. Заперто. Сейчас откроем. Есть, открыто. Вижу картину. Опачки, мы ее что, типа подменили, что ли? Так, картину заменили. Это забираем. Я так понял, что все. Миссия на этом закончена, осталось только отсюда убежать. Только как это сделать, конечно, я даже не представляю. Это у нас что? Панель управления камер. Давай-ка мы ее сейчас отключим. Раз. ДВС. Все. Камеры отключили. Открываем окно. Выбираемся отсюда. Вот и все. Вот так вот это делается. Валим отсюда. Оу, да. Скрытность 5 звезд и воровской рейтинг С. Но это, по-моему, не очень. Ладно. Чё Винни скажет? Отлично сработано. Отправь нам картину по Black Bay, и мы в расчете. Обещаю. Чё-то он так сказал, I promise. Ну, типа, обещаю. Очень хитро. Мне не понравилось. Ладно, отправляем ему по Black Bay. Эту картину. 1000 баксов стоит всего. Продать. Ну все. Чё? Винни звонит опять. Ну вот и все, чувак. Ломбарди очень доволен. Помимо слов о том, что теперь вы в расчете, они также просили передать тебе бонус.
Посмотри в ворот. Думаю, тебе понравится. Ну-ка, посылочка, что там? Чё это такое, маленькая коробочка? Коробка с документами. Паспорт, что ли, мой вернули? Да ладно. Ах ты, Винни-Пух. Пухлый нос. Ну, в принципе, это было логично. Воровская жизнь, она такая. Либо тебя поймают, либо тебя убьют. Так что лучше жить по закону. Ну вот и все, мы прошли симулятор вора. Если тебе понравилось, тебя лайкос, комментос. А также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующих крутых видосов.